Эти шустрые малютки – свободно живущие круглые черви. В одной горсти влажной земли их может быть несколько миллионов. Но существуют и круглые черви-паразиты, например, ришта. Этот червь обитает в странах с теплым климатом. Заражение происходит через загрязненную воду. Живет ришта под кожей человека. Извлечь его можно, потихоньку наматывая на палочку. Наиболее распространенные круглые паразитические черви – аскариды. Часто ими заражаются дети. И заболевание это не только неприятно, но и опасно, в чем вы сейчас убедитесь. У аскариды очень сложный цикл развития. Если с пищей яйца аскариды попадают в кишечник человека, они начинают развиваться в самостоятельные особи. Как же это происходит? Выйдя из яйца, личинки проникают через стенку кишечника в кровеносные сосуды. Истоком крови проходят во внутренние органы. Попав в легкие, личинки разрывают капилляры и выходят в бронхи, вызывая при этом даже воспаление легких. Из бронхов по трахеям личинки попадают в рот и со слюной возвращаются в кишечник. Только теперь они способны развиваться во взрослую особь. Аскариды не просто живут за чужой счет. Они пропарывают внутренние органы человека, печень, кишечник. Выделяют ядовитые вещества, которые отрицательно влияют на организм. Перед вами фотография 10-летней девочки. Эти разводы на ее теле – следствие сильнейшего токсикоза, вызванного аскаридами.